3, 4. Всем привет! Меня зовут Вика. Меня зовут Василиса. И сегодня у нас распаковка. Смотри, что у меня есть. Это кофточка. Мягкая. Рукавчики есть. У нее такая же, только розовая. Вот здесь есть завязки. О, а есть еще все штаны. О, мой любимый цвет розовенький. Как панасоночек? Да. Такие удобные рукавчики везде. Еще карманы. Посмотри, что у меня еще есть. О, розовая кофточка. Люблю такую. Наверное, эта надпись светится в темноте, чтобы машинка увидела. На кнопочке. Очень удобно. Ты бишь, он такой большой, он даже мне прическу не испортит. Здесь такая штучка есть, чтобы подбородок не защитить. Здесь тут утягивается по талии. И манжеты, чтобы ветер не сдувал. Нужна, чтобы тоже вечер не сдуло. Даже вместится телефон. Ух ты, смотри, какие у меня. Они слетят, и их ветер даже не сдует. Ой, а тут какой-то смайлик нарисован. Здесь нету даже ни одного шва. Они не пропускают воду. Они подходят к моим варушкам. Можно бегать по лужам, они не промокнут. Не будут по снегу скользить. А то бывает лужа и лед. Можно подскользнуться. А эти штуки снимаются? Здесь нарисованы капли. А спереди логотип. Это фирма Мегастайл. У нас тут еще есть шапки. Они с веревочками. Горло никогда так не будет болеть. У тебя тоже такое же есть. А шапка такая удобная. Ей можно гулять и дожди даже не замочит. Как думаешь, не идет? Идет. А давай это все примерим. Удобно?